можешь мне сказать, где как вы сейчас относитесь к своей высшей судьбе? Я хотела бы вообще максимально возможного и пожизненного, но я понимаю, что по этим статьям такого срока нет, и прокурор запрашивает 17 лет со смягчающими, да, это объективно, которое возможно. Я говорю, никакое наказание не вернет мою жизнь. Для меня этого человека уже не существует с момента 11 декабря, поэтому никакое. Я просто вычеркнула его из жизни. И этот срок хоть какой-то дает мне защиту, я понимаю, если бы ему дали вообще 3 года, это было бы еще страшнее. Сейчас хоть есть какая-то надежность, потому что сотрудники органов нас не защищают. На самом деле, вы понимаете, да, что в данной ситуации, какое бы наказание назначено ни было, оно никогда не будет соответствовать той тяжести деяния, которое было совершено. А в то же время, конечно, мы понимаем, что наказание достаточно суровое, и компенсация морального вреда взыскана в определенном объеме, конечно, не в том, в котором мы просили, но все же. А дальнейшие возможности обжалования приговора мы еще будем обсуждать с потерпевшим. Ну, во всяком случае, с учетом того, что еще УДО возможно, это хотя бы 10 лет безопасности. Я, наверное, больше об этом думаю. Потому что это страшный человек, и неизвестно, каким он выйдет. Могло быть еще меньше. Вот помощь адвокатов, все вместе, ваша поддержка. Если бы нас так не поддерживала пресса, я думаю, это было бы лет 5-6. Я раскаяния тоже не вижу ни на 1%. То, что он говорит судье, что я раскаиваюсь, ну, так положено, так делают практически все обвиняемые, чтобы судья более лояльно к ним отнесся и скостил срок.